Добрый день, наши уважаемые покупатели. По вашим многочисленным просьбам мы начинаем показывать изделия, которые у нас уже поступили в торговые залы. Это новая коллекция зимних изделий. Это норковые шубы, и мы выбрали цвет пастель. Мы знаем, что пастель, он действительно очень редкий. Она идет не крашеная, вот, и такая, как есть в природе. А это очень ценно. В данном случае я показываю изделие в длине 85 сантиметров. И цвет пастель. Мех у нас идет аукционный Saga Plus. Итак, как всегда, выполнено на крючках. Очень классная длина. И кто устал от летучек, от оверов, эта модель для вас. Кстати, хочу показать, что на каждом нашем изделии вы всегда найдете кис-чип. Это подлинность и гарантия вашего качества вашего изделия. Длина 85, отличная длина. И ни одного вставыша вы здесь не найдете. Здесь используются шкуры только очень больших размеров. Иногда они доходят до 70-80 сантиметров. Итак, я специально показываю без пояса. Карманы здесь есть. Мне очень нравится. Еще раз проговорю, что никакого овера вы здесь не найдете. Очень грамотное решение. Полупальто, я бы сказала, даже такой аккуратный меховой пиджак. Английский воротничок, который здесь достаточно такой вот хороший. Он не маленький. Идет, как всегда, вровень высоты груди. Сама я ношу размер где-то 50. Но данную модель мы запросто оденем 48, 50 и 52. Длина 85 и стоимость данного изделия 225 тысяч рублей. Не забывайте, что все, абсолютно все наши изделия можно оформить единоразово, либо на рассрочку в режиме онлайн без процентов и переплаты. Еще раз показываю, карманы есть, они, в общем-то, удобные, комфортные, и за счет характеристик меха, а он идет очень плотный. И хотела бы вам показать, вы знаете, как плюш. Этим и ценится, в общем-то, пастель и, конечно, категория меха Saga. То есть мы видим, практически вровень идет ось и подпух. В данном случае, когда пастель раскрывается, вот если я согну рукав, подпух вы видите светлее, а ось потемнее. Таким образом она смотрится богато. Но шкура идет не тянутая, поэтому надломов по рукаву, либо еще где-то по основному изделию и мездру белую вы не увидите, потому что плотность меха, еще раз проговариваю, очень хорошая. Далее хочу показать по спинке не в завязанном виде. Вот таким вот образом. Аккуратный, хороший, такой удлиненный вариант полупальто. Далее, если вы хотите, пожалуйста, подчеркнуть вашу фигуру, или пояс дает дополнительную, как бы, теплоотдачу, я тоже, как бы, имею, ну, это имеет место быть, да, вы можете подвязать. Пояса мы всегда делаем из натуральной кожи. Посмотрите, тоже смотрится как стильно. Еще раз говорю, даже не куртка, а именно вариант полупальто, но и цвет пастель. Вообще, этот цвет идет абсолютно всем, брюнеткам и блондинкам. Стандартная длина рукава, я ее даже подзагнула на 3 сантиметра, поэтому данную модель можем рассчитывать на рост средний, ниже среднего, но и, конечно, выше среднего. Еще раз хочу показать, мне кажется, даже это меховое изделие, оно зрительно стройнит. Далее, хочу показать подбортовку. Вообще шубам, да и любым нашим изделиям мы уделяем очень большое внимание. Вот смотрите, я сейчас пояс убрала, практически надломов, несмотря что это пастель, вы не увидите. Итак, подкладочная ткань здесь выполнена практически тон в тон, но решение принято, конечно, сделать ее из цветного. Очень хорошая ткань с эффектом стретча, это очень большой плюс. И еще, фабрика никогда не удешевляет. Сделана также подбортовка из этой же пластины, что мы с вами видим снаружи. Это тоже очень большой плюс. Нигде резанных кромсанных кусков вы не найдете. Итак, 225 тысяч. А у нас есть, что вам показать и чем вас удивить. Спешите, потому что предложение по пастели и по ценовой политике может меняться и, конечно, ограничено. А в следующих видео я обязательно вам покажу эту же базу, но только она будет выполнена с добавочным мехом. Это куница, белокаменка, очень классный вариант, просто шикарный, с добавочным мехом. И такая же модель, но она представлена у нас уже кобра, капюшон и тоже в кунице белокаменке. Идеальные изделия, которые порадуют вас долгое-долгое время. На сегодня все. А у Ильи 4.7 Олимпия. И мы идем дальше.